Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. До Нового года остается чуть больше месяца. Уже стартовали съемки новогодних огоньков. Накануне Наталья Подольская целый день провела на «Голубом огоньке» с мужем Владимиром Пресняковым. Для такого случая певица выбрала очень смелый образ. Новый год, что тут настанет? Надо стулья сдвинуть. Ребят, Антон, стулья сдвинутые. Надо левее. Так, левее Владимира. Аппаратная. Серега, Матюк. Сереж. Лех. А, кого не видно? Зато потом... Что? Новый год следующий, а муж прежний. Вот такая шутка, да. А вот так. Уметь надо. Ты хитра не по годам. Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий, а год назад артистка родила второго сына Ивана. А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.